Привет, амигос, новый я и Fallout. Хотел зайти выложить барахлишко свое в Red Rocket, но тут моя спутница решила обратиться ко мне за какой-то помощью. Дело было. Случилось все неожиданно, не успел даже запись нажать. Ну. Да, подожди, я разговариваю со своими воображаемыми зрителями. Не сейчас сделаю все, что нужно. Ну давай. О боже, мы уже раздеты. We're friends now, which means I can trust you with anything. I'm also hoping it means you've got me back, because I need it now more than ever. I'm sick, and I don't think I can hide it from you anymore. Блять, хуёво. Глубокий вдох. Черт, где мои крутяцкие очки? Okay, calm down and take a deep breath. If you're sick, I want to help you. Believe me. I want your help, but I'm scared. I'm scared that you'll hear the truth and that I'll lose you as a friend. Сука сифозная, давай уже колись. Hell of a mess of this. I didn't think it would be so tough. You'll never lose me as a friend, no matter what you say. Damn you for being so nice to me. I started this, so I suppose I need to finish it. Ever since I left home, I've been using psycho. I don't know why I'm still taking that crap. Мне что, печень развалилась? And believe me, I've tried. I can't even go a day without it anymore, and I'm fucking sick and tired of it. I've even been doing it behind your back, sneaking doses when I think you aren't looking. Ну колись, да мага выше зато. I've been spitting blood, and I don't feel right inside. I need to get this shit out of my system before I wind up dead. Пока ты не подохла, ну лечение зависимости. Can your psycho addiction be cured? Normally a wasteland doc could handle it, but I've been using the stuff so damn long they can't help me anymore. There's only one other way I know, but it's not gonna be easy. Ты супермутант, ты не пред... somewhere out here. A place called О, убежище 95, Убежище Е95! Well, they supposedly had some special method to clean up those blokes in there. Some kind of a machine or something. Какая-то машина или что-то типа того. Ну так ты на карте-то мне хоть дай. Где оно? Ёб твою мать. Север, юг, запад, юго-запад. Take me out to Vault 95 and help me put an end to my pain. Карта обновлена, вообще-то что-то добавили. А, о, на карте. Она говорит, я не знаю, где это, а на карте появилась. Экзотично. Ладно, сейчас я шмотки вывалю. Так, ну, собственно, пока что в убежище номер какого там... 95 я не собираюсь, я хочу доделать квест на про серебряного плаща, чтобы серебряный плащ это, собственно, куда-нибудь уже выбросить чертям собачьим, никогда его больше на себя не надевать. Значит, сейчас убью улыбку Кэти, улыбку Кэт, улыбальник ей сейчас расхерачу, короче, потом... А потом, надеюсь, все. Добро... А, убивать последнюю там какую-то бабу вроде не обязательно. Хотя, может, дополнительную награду за нее дадут, я не знаю. Ну, какая в жопу разница? Что может дать этот гуль-оборванец? Что у него есть вообще? Наконец-то, господи, ну и загрузки. Так, вот это я уже зачистил. Мне куда надо? Мне вот туда прямо. А тут я уже все вскрыл. Военные деньги. О, химлаба. Я смотрю, химлаборатории-то вообще везде и повсюду просто встречаются. Одни химики кругом. К сожалению, я не рассчитал время, и в итоге я пришел сюда ночью. Да, я помню это место. Как будто вчера здесь был. Я слышу, что что-то летит. Возможно, это Карлсон. Тут не пройти. Так... С чего будем перестреливаться-то? С вот этой штучки. Это что за обелиск?
25 метров до... А, вон она. Что это она говорит? А вот вам от серебряного плаща подарочек, сучки. А? Ништяково прошло? Серебряный плащ, серебряный плащ. Серебряный плащ, заебался уже с вами разговаривать. Умри нахуй. Найти серебряного плаща. Боевая броня для туловища. Ну, ничего интересного у них нету. Обычные оборванцы. О, еще одного нашла. Лутай с них патроны, не стесняйся. Что там за... Найти серебряного плаща. Найти серебряного плаща. Аудиозапись, твою мать. Tender and Delancey are 6 feet under. The silver shroud claim the hits. Gather some men. Do what you do best, Kate. St. John says you can do any... If Northy makes a run for it, you can play there. Caravan or Raider? Подождите, кто что говорит? Я ничего не понимаю. Навестить навестить подручного плаща в добрососедстве. Гуля, что ли, похитили? Рейдер, одиночка, караван. I'm here on my own. Freelance, huh? All right. Come on in, but no gunfire. А если бы сказал, что рейдер? Market's open. You can do as much trading as you like. Рыночки какой-то нашел. Интересно. Ну не так интересно, как level up. Левелап. Ваши тренировки автоматическое оружие носит на 20% больше урон. Ну вот это хорошо. Ну не так хорошо, как... Нет, не коллекционер крышек. Нахрен коллекционер крышек. Вот я хочу чего вылечить. Выучить. Чтобы стимуляторы больше лечили. А сейчас они вообще лечат как говно последнее. Так. Подходящее место для обороны. Рынок открыт. Как же он открыт, если вы все спите? О, интересно. То есть этот монумент изнутри полый, что ли? Снайперская позиция. Господи. Блять, сколько тут ступенек. На пирамиду Хеопса можно быстрее подняться, мне кажется. Я знал, что здесь что-то такое будет. На 25% опыта при переубеждении мужчин. Патроны можно взять, а вот за пачку сигарет подымутся и убьют нахуй здесь. Гипнотизирует. Опа, сиськи. Перепрыгнули. Дальше. Сиськам нас не остановить. Блять, тошнит уже, ёпта. Где выход-то? Нахуй, сохранение. Второй раз сюда не пойду. Лукас Миллер. Это не ты, пивовар? Моя броня уже многим спасла жизнь. Чё ж ты в нее не оделся сам тогда в свою броню? Я что-то продать хотел, помнится. О! Богомола наручник. 15 тысяч крышек! Ты чё, еврей, охренел? Один к силе и выносливости. Левый наруч защитника. У меня такой есть. И, по-моему, тоже левый. На тебе тоже эксклюзивный тесак, короче, классный. Бля, я ебу цены 18 тысяч. Именно вот для этого, наверное, есть навык
торговли прокачиваемый. Откуда у меня эти, блядь, гладкоствольные, уродские, блядь, говенные стволы? Жесть какой. Чё такой усиленный гладкоствольный стрелковый карабин? Это, думаю, откуда такие перевесы адские? Все, давай, до свидания. Еще какие-то торгаши, что ли? Джо. И ты, Джо. Связываться с подземкой себе дороже? Чувак, там, короче, на входе кнопка такая, надо, блядь, буквами Railroad написать, тогда нажмешь и войдешь туда, папка твой. Мудозвон. Пусть всю жизнь здесь сидит. И пошла в бар, слышь ты, нарколыга. Как она уверенно с ним торгуется. Ладно, к чертям собачьим, мне в добрососедство надо. Кстати, тут недалеко и до Шелли Тиллер. Ну, Шелли Тиллер вроде баба, я так понимаю. Можно ее и помиловать. Как же, блин, в том предыдущем городе FPS проседает, это просто жесть. Проседало. Сейчас-то я тут уже сдриснул. Так что FPS снова в идеале. Ей-бо, откуда они всегда все знают? Так, наверное, надо в серебряного плаща одеться, ёптить. Ой, блин. Когда же уже закончится этот дремучий, долгий, нудный. Причем мне почему-то, у меня есть подозрение, что этот квест закончится такой наградой, что скажешь, ну, оставь плащ себе, блядь. Это было бы в высшей степени, блядь, надругательство. Шляпа серебряного плюща, ёптать. Так, блядь. Чё, это с ней надо побазарить, что ли? А, его утащили. Irma. Привет, куколка. Что случилось? You. Где мой Кен? Oh, Барби, где твой Кен, ёптать? Чё ты причитаешь-то? Что случилось? Утешить в образе плаща. The Shroud is here to help. Please, stop. The Shroud. That's what got Kent into trouble in the first place. A dozen raiders barged in and snatched him. When they took him away, they left you a message. Just listen to Kent's radio station. It keeps playing it over. Да-да, понял. Подслушивала, что ли? Они оставили сообщение. Не делай этого, плащ, спасай, это ловушка, спасай себя. О, господи, делай, плащ. Делай. Плащ, не заставляй нас ждать, у тебя наш партнер, у нас твой напарник, блядь, напарник твой. О, господи, что случилось? Что вы делаете? Готово, все чисто. So you must be the Silver Shroud's little friend. Yes. Ты маленький дружок плаща? If you want to see your friend alive, Shroud, если хочешь увидеть своего друга живым, плащ, приходи в госпиталь. Нет, плащ, не приходи, это ловушка, кричит он. Да, пожалели субтитров. Чё за госпиталь-то хоть где находится?
О, ядрен ты, блять, далеко от центра бостонской полиции, там, где эти долговцы, хотел сказать, там, где братство стали закрепилось, идти вниз. Блять, отлично. Конечно, одной загрузки было бы слишком мало. Вот выйди на улицу, погрузись, потом, блядь, телепортируйся, погрузись. Это ж так классно. Серебряный плащ уже тут. Опять психа юзала за моей спиной. Я боюсь, что он скоро будет отворачиваться и слышать только там, как эти... Как скрипит поршень в шприце. А, мы правильно хоть идем-то? Блять, конечно же нет. Тут такая дикая пробка, что хочется сюда бомбу кинуть. Посмотри, как оно здесь взрываться все будет. Да военное бабло. Это была инкассаторская тачка. Интересно. Ну а что, инкассаторы жить не хотят, что ли? Тоже в пробку на выезд из города встали. Блять, куда идти-то? You like old stuff, don't you? Don't see the point. That time's long Старое gone. барахло. Она говорит, меня тошнит от всякого старья. Заткнись, это любимая песня моя. Сука. Вроде туда. Ну и вроде бега, конечно же, не хватило. По-моему, здесь водятся бобры. А, здесь этот трейлерный парк, где я у Гая видел. Центроцвет. Поместье Фарлайн Хилл. Что-то тут не так? Ну да, тут все вымерли. Что-то тут не так. Тут все не так. Зато у детей была шикарная... Уиу-уиу-уиу. Летучая тарелка. Видите, в чем разница? У них, у америкосов, летучие тарелки во дворе, а у нас во дворах стояли ракеты. Они играли в инопланетян, видимо, а мы в космонавтов. Теоретически. Я никогда не помню, чтобы кто-то играл с этими ракетами. Ну, горка там была, если не сломанная. Что-то тут не так. Да все так. Это, видимо, очередное поместье, которое можно объявить своей собственностью и начать тут крафтить все подряд. Я думаю, что это именно для этого оно здесь все это и стоит, что эти дома можно разобрать, наверное, будет. Может начать уже легкие взломы. Да, ёб твою мать. Легкий взлом отдавать Кэти. Пусть ломает. Изолента. Молоток. Got it. Пердохранитель. Пердохранитель-то забери. Мне кажется, что где-то что-то здесь должен быть. Хоть один журнальчик в этом поселке, мне кажется, должен лежать. Какие-то текстуры не очень, по-моему, внушают. Мне кажется, они раньше лучшие были. Испортились что-то. Или так и было все, ни хер поймешь. О, я угай. Балу, не провоцируй, блядь. Не доведи до греха. Этот медведь хочет напасть на нас. Давай ножами, ножами. О, блядь, еще один пришел. Здесь два яугая. Сука. Удар лапы его. Пригибайся, пригибайся, главный герой. Какие удары. У ножа есть фишка с потеря крови, какая-то в урон прописана. Поэтому вроде неплохо так получилось. Хотя, как сказать, неплохо. Долго. Я думал, быстрее будет.
Мне кажется, что когда у меня был тот пневматический кастет, быстрее я медведя уложил. Что происходит? Мне оружие не достать, не убрать. Чё? А, подождите. Да нет, все забито. Что он делает? Да, что-то лагает. Причем непонятно почему. А вот теперь заработало, ёб твою мать. Баги. Патрон. Ну, пистолет мне нахер не нужен. Дом двухэтажный, а на второй этаж почему-то лестницы здесь я не вижу. А, вот. А этой, блядь, лишь бы присесть. Лишь бы жопу свою куда-нибудь приземлить. Сука, какой-то по... Да... А, да чё ж тебе, блядь, не сидится-то? Поселок какой-то вообще вымерший. Ну, в смысле, что... Не то, что вымерший, тут все вымершее. Но он какой-то беспонтовый тут. Нихуя нету интересного, вообще ничего нет. Причем я не верю, что здесь ничего нет. Фуражка капитана корабля, ну это пиздец вообще. Это, наверное, я не знаю, плюс 500 к харизме и плюс 10 к вокалу в караоке. Калибр 50. Самый прикол, что у меня, по-моему, нет ничего, что стреляет 50-м калибром. Станция обслуживания брони, лампа горит. Все нормально, но никого почему-то нету. Вообще никого. Чистый костюм. Когда бабенка говорила, что что-то здесь не так, она вообще что в виду-то имела? Йогаев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сука, все дома уже обошел. А вот тут что-то есть, смотрите-ка. Вот, наконец-то. Выстиранное джинсовое платье. Интересно, что за джинсовое платье? Что за... Заебенчик. Гребаные сломанные... Полы. Улучшенный, сфокусированный, усиленный, фотонный, лазерный карабин. Блять, там-то что взорвалось? Ну-ка посмотрим на усиленный, улучшенный, сфокусированный, хер знает что за карабин. .45, вау. А, братство стали мне, которое дала. Как он там, блядь, назывался? 31. Офигенно. В избранное. Вот сюда. Ну-ка покажись. Блядь, ну пол экрана закрывает, правда. Ничего не поделаешь. Кейт это понравилось. Кейт хочет вылечиться от зависимости, но при этом одобряет бухач, как я смотрю. Ну, видимо, тут окопался последний житель этого населенного пункта. И, видимо, он видимо, это он. Кейт продолжает твердить, что тут вообще не так. Это говнище какое-то. Гладкоствольный, затвором снайперский карабин. Из палки, из деревянной, опять же, сделан. Бейсбольный биток. Ох, нихуя себе.
компенсированный тяжелый снайперский карабин. Эй! На тебе шептуна и компенсированный тяжелый снайперский карабин. Потом продадим. Блять, ёбаный в рот! Что это такое? Я стреляю ножа, я стреляю ножом. Видели? Вот это баг. Блять, я обосрался немножко сейчас. Жидким калом, блять, да пошел ты нахуй, ёпта, отъебись от меня. Стреляй в него в пизду. Чё это? Блять, ракурс. Блять. Да ну вас нахуй, пацаны. О боже. У него необычная техника боя, блять. Кубарем на меня наваливаться. Пошел нахуй. Сука, что, блять, за херня? Я так и знал, что какая-то подлянка там будет, но я не думал, что такая яростная, блядь. Сука. Я, блядь, я уже засыпал, думаю, что так скучно-то здесь. Солсбери стейк. Пошел, сдохни, сдохни, сука. Фу, бля. Я от них чуть в другой город не съебал, смотри-ка. Опять эти йогаи. Радиоактивная кровь. Хуяся. Они тут еще и Брамина завалили. Рейдер. Че, взорвалась? Ловушка какая-то. Интересно, какой хрен? Грузовик взрывается. Кто, блядь, запер гулей там толпу? Кто такой оригинал? Молодец, блядь, какой. Хоть написал бы предупреждение, как в ходячих мертвецах там пишут, не входить, блядь. О. Кейт тупая, не догадалась. Пустая масленка, жилет. И слаксы. Нахрен я открыл эту дверь вообще, тут ничего нету. Видимо, кто-то запер своих облученных. Облученных родных и сидел здесь до последнего у входа. Блять. Меня вы видели, как я пытался из ножа стрелять? Вот это номер вообще. Вообще огонь. Так, куда дальше напилить? А, я рядом уже. Ну что ж, это было, блядь, это было внезапно. Почетная локация, мне понравилась. Усыпили внимание, да, главное еще было начать обходить дома, вот именно по часовой стрелке, чтобы расслабиться как следует. О, джихадист, блядь, не та кнопка. Да я слышу, слышу, ты бы тоже слышала лучше. Сколько тут всего интересного. Блять, перевес в десятку. Ёб твою мать. Если я бафут хуйну, насколько мне это хватит? А, не знаю. Должно хватить. Бафут же не вызывает зависимости, да? Ну и текстуры у этого куска мяса. Ядерный материал. Я думаю, что в следующий раз перед запуском игры надо будет лаунчер запустить, проверить, что там насчет универмаг. Проверить, что там насчет текстур, не сбились ли они. Где больница-то? Ёб твою мать, опять? Там еще один бежит. Блять, опять оружие глючит. Ёбаный в рот.
Я ебу, у них там что, ядерные какие-то ракеты с собой, что ли? Что за взрывы такие? Дикие. Я просто прислушиваюсь, не пикает ли еще один где-нибудь. Плюшевый мишка, как мило, блядь. У супермутанта. И автомат с глушителем у супермутанта тоже довольно странно смотрится. Нахуя Верзили, блядь, оружие с глушителем? Он к кому-то он подкрадывается. О, а это что такое? Дверь. Это не та дверь, которая мне нужна, я так понимаю. Да, будет тут чем заняться в следующей серии. Смотрите, сколько здесь тут зданий повсюду. Просто обыскивай, не хочу. Больница Милтон. Понеслась. I can't believe that people actually had to pay to see the doctor. Платить доку за визит. Но если у тебя не было страховки, а у такой бичевки, как ты, я сомневаюсь, что она была бы, то да, в Америке бы ты заплатила. Вишневая ядеркола, обычная ядеркола. Я смотрю, здесь столько людей вылечило, что охренеть. О, невозвращенная книга начинается. Людей тут вылечило просто сраную тучу. Конец света вылечил всех. Я слышу голоса рейдеров, но не вижу, где они. Они ржут еще там, что ли? Как я его быстро уделал. Да, что-то... Кейт ни о чем. Ёб твою мать. Мне вниз куда-то надо. Модные очки, да я вижу модные, блядь. Мода охереть какая просто. Но поскольку дальше дороги я никуда не вижу, мне походу придется поехать на лифте. Ёптать. Опять оружие нихуя не... Да, интересно, что это за баговала так игра-то, ёптать, все же нормально было. Как подъем, мне вниз надо. А вот и рейдер, который умер. Погиб от взрыва. Ну, судя по отсутствующей у него ноге. А Кейт, видимо, там осталась. Хреново. А вот ее нога, ничего себе она. Путь проделала. Медбрат, помощник. Чувствую, не лечить он меня летит. В пизду таких лекарей. Кстати, прикольно он разлетелся. Я только не понял, а почему же он рейдеров не атаковал? Что? Откуда? Ёб твою мать. Где у меня рот олень этот грёбаный жареный? Отравленное вино. Спасибо, нет. О.
Теперь голову починить пробитую. Че, я типа не попадаю, что ли? Че за бред? Дробовик, как из него вообще можно промахнуться? О, стимуляторы. В больнице-то здесь вообще хорошо, походу, должно быть со стимуляторами, со всяким. У меня такое чувство, что мой дробовик просто полное говно. Короткий боевой карабин. Вот у меня короткий боевой карабин. Он по мне попадал, я по нему нет. Чё за бред? Кресло, нахуй мне это кресло. А вот этот лифт, наверное, вниз поедет. Как у них все запутано. Блять, опять подъем, что ли? Нихуя не понимаю. Бля, это был лучший бросок гранаты за историю этой игры. Где она топает? За дверью? Такое чувство, что над головой прям. Ты меня заждалась? Стимуляторы вообще с каждого падают. Они тут себе, походу, по аптечке каждый взяли. И не успевают лечиться. Какой хрен вообще, блин, чемодан закрыл на замочек? Тут бы еще, знаете, кодовый замок на чемодане был, где надо 4 нуля набрать. Форму почтальона, нет, спасибо. Хотя, если как у Кевина Костнера в фильме «Почтальон», то можно было бы и взять. Винт, бафут, бафут полезный. Блять, а винт что делает, я вот что-то не помню. Винт, он вроде затормаживает, наоборот, что-то, нет? Керамика. Звук ошибки, он постоянно где-то раздается, там, где ему вообще быть не должно. О, нихуя. Граната вообще решает в этой миссии. Ему ноги, что ли, оторвало? Че, он на жопе сидя стреляет? Или спецназовца включил? Сука, откуда ты взялся-то? Да, мать твою. Так показали тоже такой ракурс, блядь. Смотри, опять стимулятор. Ой, бутылка с коктейлем Молотова. Отлично вообще. Склочная граната. Блять, эти военные электросхемы, они весят так до хера, их надо отнести быстрее, наверное. Капец. Все, стимуляторов, блядь, до конца игры, походу. О. Там безудержное веселье, я смотрю. Короткоствольный инъекционный карабин. Это что за прикол, инъекционный карабин? Что там написали? Заряды можно создать в химлаборатории. Короткий инъекционный карабин. Вес 5,2. И что он делает? А, пока рядом враги. Че, он отравляющими какими-то херовинами стреляет, что ли? Чем зарядить-то? У меня 0 патронов. Ух ты, блядь.
hate being messed with like this. Слишком перегружены. Понятно. Инъекционный карабин, сука, твою мать. Вот нужен он мне, интересно, этот инъекционный карабин все-таки или нет? Сколько он стоит, кстати? 124 вообще, смотрите, неплохо. Надо, наверное, оставить. Винища Херакс. Патрон для гамма-пушки. Это еще что такое? Бля, где-то моя подельница, короче, потерялась. Надо было ее в лифт, походу, кликами завести. Типа, указать, куда идем. Так, сейчас, походу, будут переговоры. Мне нужны... ментанты, да? Ментаты. Ментаты. Интеллект, восприятие. Для того, чтобы... Харизма. Восприятие. Апельсиновые ментаты. Ну, это что-то круто. Виноградные ментаты. Вау. Я только что винища высосал, там тоже харизма и восприятие сейчас должны взлететь просто. Ну, наверное, больше не выжить. Его семья. Что делать-то? Поговорить в образе в образе плаща. Мне кажется, что его это взбесит. You shield yourself behind an innocent. You are craven, Sinjin. And you shall fall before me. Don't talk to me like that. Some of these losers think you're some sort of legend. Like you walk straight out of a comic book. But you and I know. You're human. And you're weak. You came here and for what? Надо быть в образе до последнего, мне кажется. Припугнуть в образе плаща. Это все ради денег, друзья, это слабость, у тебя есть сила. I have cut a path through all your thugs. Who can truly say I'm not the Shroud? Don't listen, man. He's a phony. So what's gonna happen is this. I'm going to kill Kent. Then we're gonna shoot the hell out of you. Nothing's gonna be left but paste. Then I'm going to Good Neighbor. Kill every last worthless bastard there and burn the whole thing down. No one. Ты знаешь, у них там такой мэр крутой, сомневаюсь. А, припугнуть бойцов, припугнуть в образе. А чё красное-то? Типа нихуя не получится, что ли? What happens is this: everyone that points a gun at me dies. Every last one. Nice try. They fear me more than they'll ever fear a loser like you. Say goodnight, Kent. Упс. А, еще попыточка. Значит, эти варианты... я сожрал виноградные ментанты плюс 5 интеллекта и еще что-то там. Видимо, все-таки харизмы не хватает, убеждения. Может, припугнуть в образе плаща? I am the instrument of justice, and I cannot fall. Death! Has come for you, evildoer. Ебать, and I am its shroud. Stop talking like that. It is the shroud. It really is. Screw this. Кейт, это не понравилось. А почему ей не понравилось? По-моему, нормально. Так, ну-ка, где тут психо? Вот это, я уверен, Кейт очень понравится. Психо. Ой, сопротивляемся. Ну, блять, не хватило выстрела. Я был близок. Очень хочется его спасти. Короче, теперь план такой. Я выстрелю в этого чувака из своего нового инъекционного хреномета шприцом умиротворения. Он станет неагрессивный на 30 секунд. Я подбегу и убью его ножом. А, Кейт поможет.
happened here? You say it again. Офигеешь, что случилось, anyone такая зашла. Так, еще раз, все диалоги. Это мы слышали. Синдзин, что-то на китайца, он ничего ни хрена не похож. Зато у него боевая броня, прикольно, надо отжать. Друзья, это не слабость. Не знаю, нахрена там разводить эту полемику с ним. Пугать надо. Ага, слышите вот это? Припугнуть в образе плаща. And I cannot fall. Death has come for you, evildoer. And I am its shroud. Stop talking like that. It is the shroud. Кейт это не понравилось, зато Эйвери понравилось, смотрите. Так, только не промахнись. Оп. Все. Отбой, отбой. Нож. Нож, блять, что, сука, опять лагает-то все. Упс. Фу, ну что ж. Ты спасен, чувак. Хотя это было не обязательно, но просто ты мне нравился. Ух, тактически укрепленный охотничий карабин. Давайте посмотреть, что это такое. Оружие. Тактически укрепленный охотничий карабин. 55, вау, вау, нифига себе. Как снайперка, смотрите, только не снайперка. Со штыком. Скорострельность такая же, дальность убогая, меткость говно, вес дохуя. Не. Нахер тогда он нужен. Да, моя заботушка. Блять. Пакет крови. Изолента. Эй. Эй. Мудрое решение, шоколадка. Тебе твой шлем не нравится. Тебя за один только шлем убить хочется. Excuse me. I never wanted to. А еще Ивори куда-то убежала. Вот это вообще, конечно, мега полезная локация, слушайте, столько всего тут налутать можно было. Оставить визитку. Так, боевая броня для левой ноги, для правой руки, для туловища. Чё-то не так уж и много. О, дорожная кожаная одежда, смотрите, 2 единицы защиты дает, в отличие от моего комбинезона. Прочная кожаная для правой руки. Странно, все боевое. А что, да, на правую ногу денег не хватило, что ли, нищебро? Одежда. Прочная, дорожная. Где там дорожная одежда-то его? А, это, блядь. А, зато этот от радиации дает и... Ха. Нет, моя круче. Ну что? Кент. Я тут слепошарый крот, блять. Смотри мне в глаза. Как с ним в образе плаща поговорить, чтобы он кончил? Are you all right? My leg is killing me, but it could have been so much worse. I just give up. Укурок такой, сука, гуль укурок. Crime fighting just isn't what I thought it'd be. If you just quit, then the bad guys have already won. Что за голос такой? You're right, but I'm tired. Кейт, это не понравилось. I just want to go home. I'm going back to Good Neighbor. Really, thanks for saving me, but I'm just done. Встретиться с Хэнком в образе плаща. Это с каким Хэнком? А, с мэром, что ли? И это будет финал квеста про серебряного плаща, очки сварщика.
Hey there. I never wanted to work for Синджин. Нахуй тебе мешок на голове, ты страшная, что? Кукуруза. О, нифига там. Поставили. Сночковали. I never wanted to work for Синджин. Я слышал уже. Что это такое? Гладкоствольный, демпфированный. О, нихуя себе. Укрепленный гладкоствольный карабин, да? Но у меня вроде укрепленный мой 55 наносит. Скорострельность 3, а здесь 2. Вообще, бред. Неужели я до конца игры ничего лучше уже не найду? Поговорить в образе плаща. Как меня задолбало говорить в образе плаща? Когда закончится уже это? Херня это, блядь. Сука, связанная с этим ебучим плащом. Он меня уже заеб. А чё, выхода скоростного тут нет, что ли? Нету. Отлично, блядь. И что? Интересно, а что вот в этих ящиках железных хранится? Главного героя, смотрю. Вообще до балды, да, что это такое? Ну, блять. Ладно. Тогда я вырежу дорогу до самого бобрососедства. Так, ну что, последнее дело в образе плаща, я так понимаю. Ёб твою мать. О! И этот здесь. Хэнкок его зовут, а не Хэнк. Как Уилла Смита. По канату свободы. 750 крышек. Played your part in serving justice to those most deserving of it. I'm gonna miss these little conversations. Ah, Ken, my man. Why the long face? You got what you wanted. Не будет, не хватает. I was tortured. Almost died. It's not like the radio plays at all. Hey, who hasn't been tortured from time to time? The price of going down with Кого из нас ребят времени не пытает? Good neighbors just a bit safer thanks to the two of you. What would the Shroud be without his faithful friend, Red Reinhardt? This means a lot to Red Reinhardt. I'm gonna need some time to heal, you know? But then I got a special project in mind, just for you. I'll fire up my radio station if I make any progress. Да ну тебя нахер с твоими. Sometimes you need to sacrifice. В манду этого плаща. Keep that in mind. Hancock, how's my little scout doing? You find out what's happening at Pikmin Gallery? А, еще и Пикман галерея, да. Let's just say Pikmin's art isn't going to have much resale value once all those bodies start decaying. Well, they say all. А он-то там был, интересно? Wish I could say that was the most twisted thing I've ever heard of, but it ranks up there. Top three. I'll put the word out. Top three. Stay clear of that area. Hiring you is definitely one of my better moments. Here, spend the money in good health. О, 1000 крышек. Ништяк. Hey, Hancock. What's the word? Все. Больше ничего. Блять. Ладно, не буду мешать вам упарываться. Ну что ж, наконец-то закончился квест про Silver Shroud. Блять, как ты меня заебал-то, господи. Мое основное оружие у меня за ширинкой. Не вынуждай меня его доставать. Все, наконец-то. Конец. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И адьос.